Слава Богу, слава Иисусу Христу, Спасителю Господу. Друзья, всех приветствую и благословляю из города Кыштыма, Челябинской области. Здесь в эти дни провожу семинар. Сегодня четверг, сегодня будет богослужение здесь в церкви. И в воскресенье тоже буду в Кыштыме проповедовать. А вот завтра, пятница и суббота, это служение будет в Челябинске, город Копейск. И я благодарен Богу за эту честь именно послужить в эти дни людям очень разных, будем так говорить, церквей, конфессий. И как и в разных поездках по России, в этот раз я тоже служу в очень разных собраниях, и благодарю Бога за всех вас, друзья, за тех, кто в молитве и финансово участвует в моем миссионерском таком просветительском служении, и благословляю всех вас, молюсь за вас. Я потому что думаю, что в этих поездках не только я участвую, а каждый раз я понимаю, что участвуете все вы, каждый из вас, кто в молитве за реформацию, о спасении миллионов наших соотечественников, о евангельском просвещении молится, а также и не только словом, но и делом также участвует в этом благородном и Божьем святом деле. Слава Богу! Молюсь за вас, благословляю вас всех, слава Богу! Как вот сейчас говорят слово к партнерам, да, вот партнеры. Я редко употреблял такое и употребляю пока такое слово, но, в общем-то, оно мне нравится. Потому что мы действительно партнеры, мы, даже скажу так, семья, именно Божья семья, потому что братья и сестры, не просто даже партнерство, а именно братство. И братство заключается и в служении, в молитвах, в финансах, во всем. Слава Богу! И благословляю всех вас, дорогие друзья, во Христе Иисусе, Сергей Журавлев, архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, с миром Божьим. Сегодня 21 января 2016 года. Продолжается праздник Богоявления, или же Крещения Господнего. По традиции православной до 27 числа этот праздник продолжается. И я говорю, и сегодня буду говорить, кстати, тоже о крещении Господнем, о крещении каждого из нас во имя Господне. Пусть Бог благословит вас всех во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Слава Богу. Благословение всем.